Горячая вода и отопление подешевеют на Камчатке. Тарифы на эти коммунальные услуги в крае будут снижены. Об этом сообщает региональная служба по тарифам и ценам. Там отметили, что с 1 июля тариф на тепло в Петропавловске, Вилючинске и Елизовском районе снизят до 4250 рублей за гигакалорию. При этом предыдущая стоимость услуги уже снижалась полгода назад. С 1 января этого года тариф на этот ресурс был уменьшен до 4400 рублей за гигакалорию. А снижение стоимости теплоснабжения влечет за собой и уменьшение цены на горячую воду. Тариф на эту коммунальную услугу разнится в зависимости от системы снабжения, открытой или закрытой, а также от муниципалитета. В Петропавловске, например, горячая вода стала дешевле на 10 рублей за кубометр. Тем временем по всей стране с 1 июля платежи за коммунальные услуги вырастут в среднем на 4%. Камчатский край – единственный регион в России, где стоимость коммунальных услуг для населения снижается.